Всем ураган, с вами привет, и сегодня мы вместе с Егорчиком будем опять прятаться. Все ссылки на Радмир есть в описании, также вы можете залетать на Радмир и нажимая F2, реферальная система, вот здесь вот писать ган. Также для стартовых денег вы вводите PL3E5, а я не буду задерживаться, мы идем прятаться. Сегодня нашим объектом, где мы будем так это, в крысу сидеть, вот это вот здание. А теперь просто посмотрите на вот эти виды Казахстана. Куда мы залез? Виды Казахстана. Убийственная штука. Ну все, я стой тут. Я пошел прятаться. Так, не подглядывай, самое главное. Давай. Куда я тут бегу? Потому что это секретная информация. Ну подожди, я знаю, куда я спрячусь. Это будет самое тупое место из тупых, но сойдет. О-о-о! Самое тупое место найдено. Подожди, всё, опа. Я бегу. Да, беги. Ой, балбес на урагане. Че ты думаешь, я тебя не найду? Найдешь? Мне кажется, спустя минуту. Балдежно спрятался. Ну так, сойдет. То есть, у меня здесь есть пару вариантов, куда смотаться в случае твоего прохождения мимо меня. Поэтому, как бы, да. Думаешь? Да ты с этой фразой, я рот твой топтал. Я реально, я в прошлый раз сижу, думаешь? Думаешь? Как круто! Где ты бегаешь вообще, я понять не могу. А ты меня не слышишь? Я тебя не слышу, и я тебя еще ни разу не видел. Думаешь? Знаю! Где ты уебище спрятался-то, блядь? Секрет, маленький такой. И ты меня еще не видел? Вообще ни разу. И не слышал. Да бред, блядь. И сейчас не слышишь? Ладно, услышал, да. Вот сейчас два шага я услышал. Где ты уебище? А вот большой-большой секрет. Ты меня еще не видел? Нет. Опа, упал куда-то, да? Куда ты там полетел? Так чисто ворвался. Я бегаю под задор, блядь. А сейчас слышишь? Нет, вообще нет. Или подожди, или какой-то звук по металлу сейчас был как будто. Если ты по металлу бежал туда, я тебя слышал. А вот сейчас какие-то шлепки пошли неприятные. Как будто ты там глину месишь. Я реально не понимаю, где ты. Мы вроде как на химзаводе, но реально ты там либо глину месишь, либо вино. Вот такие вот звуки. То есть я глиномес получается? Так. Нет, вообще нет. Давай, мы в тебя верим, Егорчик, ты сможешь. Блять, я не понимаю, куда ты уебище спрятался. А, ну давай еще минуту, когда будет 18:03:30, я тебе стреляю в ушко. Аннигиляторная пушка, блядь. Хорошо, ты на улице? А вот это я тебе не скажу. Ты меня ищешь всего там минуты две, алё, я тебя в прошлый раз, блядь, просто все оббегал, 7 минут или 8, или 10, или я не помню, сколько я потратил. Так я тебе стрелял, блядь, я тебе все давал. Спустя 10 минут! Ну ты попросил, я пострелял сразу. Я окей, я между улицей и между зданием. Чё? Помощь вот такая, обращайтесь. Помощь залом, блядь, помогите, пожалуйста. Окей, смотри, я тебе даю подсказку. Я воспользовался одной методикой, которую ты юзал в прошлый раз. За колонной? Да. А вот где и за какой, это уже большой секрет. Ну, то есть это там, типа, где движки стоят. Смотри, да? Слушай внимательно, слушаешь? Сейчас, стой. Давай. Понял? Ну, блядь, надо было, наверное, громкость побольше сделать. Давай. Я дал тебе подсказку. Причем нормально, у тебя есть хотя бы маленькое направление, в какой части искать меня. Я опять слышал за хлюп. А ну, хуй не разок. Давай. Ты еблан, где ты, блядь? Спрятался! Хотя бы не как в прошлый раз, когда за минуту, опа! Суки! Ну ладно, стой, есть аптека? Не-не-не, это не аптека! Это другое. Не, ну это ты на улице, ты вот так, блядь. Что между? Я думал, ты где-то залезешь. Ну мне тебя надо было запутать, алё, я там 2-3 минуты тут сижу. А где ты, блядь, я не могу найти? Ну, в целом, наверное, можешь искать. Побежали. Не, ну, кстати, времени не так много прошло. Подожди, это...
А, ну, ну прикольно, я могу посмотреть под землю. Так, самое главное проверить вот эту нычку. Блять, у меня такая тупая нычка, это пиздец просто. Угу. Что это такое? Что это такое вообще? Так, окей, самое главное, я один хвостик сейчас убрал из момента, где я тебя могу найти. Теперь по конченной лестнице, хопа. Ай, что ты встала, чудовище седое? Хотя подожди, у меня, короче, есть в голове одна нычка, и я надеюсь то, что ты не в ней. Максимально надеюсь то, что ты не в ней. Так, здесь нет. Сука, я хотел сюда спрятаться! Когда я тебе говорил то, что ставь супер сюда, я такой, блин, это имбовое место. Я тоже тогда это заметил, думаю, ебать имба. Вот они. Я думаю, ебать, он же меня сразу начнет, если стрелять буду. Да, да, да. Сука. Я так надеялся, что ты ее не увидел. Нет, а знаешь, я еще когда ты подъезжаешь, я такой подбегаю, а нет, сейчас спалюсь и отбегаю. Нет, ладно, сейчас надо спрятаться конкретно уже в здании, потому что мы прячемся не в зданиях. Это не круто. Ты что там штаны снял? Или мне показалось? Нет. Ты у меня без штанов стоишь, ну ладно. Подожди. Чисто ради интереса. Я буду в шоке, маленьком. Да подожди ты, ты балбесина. Стой, вот так вот. Сейчас, подожди. Так. Ну, жду. Давай, ищи. Блять, я так понял, ты имбу какую-то нашел рофельную. Это рофл. Я сразу говорю, я сижу. Ты чё, дебил, блядь? Я надеюсь, не, я сразу понял, но я думал, ты на тот полезешь. Чисто сел и сижу. А ну, ну мне кажется, ты прятался где-то сейчас минуту. Следовательно, ты вот тут вот за колонной стоишь, ладно, нет? Кстати, возможно было, чтобы ты тут встал, и вау, какая прекрасная интерактивная табличка-то. Ух, нифига здесь катакомбы. А ну, побежали. Так, походу, ты не здесь, и я ненавижу лестницы. Ах, я как будто какой-нибудь полный паренечек, которому надо на 9-й этаж, а лифт не работает. Подожди, а это все что ли? А, то там еще 2-й этаж есть. Так, теперь пошли умственные вычисления, как туда попасть. Так, это нет, это не оно. Лестницы, лестницы, и еще раз лестницы. Как я вас ненавижу. Ну, я, кстати, слышу тебя. Так, значит, а какой звук? Такой хлюпанье или какой? А я не буду говорить. Ну ладно, ладно. Так, я фиг, если ты вон в ту вентиляцию заберешься, импостер грёбаный. Так, здесь нет. Тут нет. Я просто каждый угол теперь буду чекать на наличие анимации. Так, подожди, а туда же можно забраться как-то. Только как? А, вон там вот лесенка идет. Стоп, а там дверь какая-нибудь выходит туда? Нет, не выходит, понял. Закрытый круг. Зайди! А, так, окей, опять маленькая студийка тут в шахматы. Можно поиграть. Бежим сюда. Сюда, здесь ничего нет, и я вроде здесь был. Да, я понял. Короче, ты не на 2-м этаже, правильно? Не знаю. Значит, не на 2-м этаже, и мне больше кажется то, что ты на улице. И возможно, возможно... Не, ну, это тупизм будет, если ты за той же колонной спрячешься. Ну да, это... Ну да, только я на такой способен. Если ты меня слышал, значит, ты вот в этих дальних краях не можешь быть. А вдруг я тебя наебал? Возможно. Возможно. А возможно и нет. Так не, сказать, ну, я отомстил за то, что ты меня наебал. Нормально. Ну, так, а ну... Да. Как тебе тренировочка, нормальная? Ты когда побежал? Я еще в первом раунде стою такой, какая прекрасная тренировка просто. Ты сюда смотришь, сюда. Я так надеялся, что, знаешь, я тайминг поймаю, типа... Чел, это просто гениально было. Не, но там ник видно было. Типа вот так вот, я стою, ну, и ник видно. Ну, я не знал, что там ник видно. А ну, подожди, опа, я нашел имбу. Когда по лестнице будешь подниматься, короче, просто сбоку, по ровной поверхности бежишь и все. Угу. Давай.
Бегу, 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 бегу. О, май гад! Look at this dude! Ой, Егорчик. Чё? Я, хочешь, я тебе сразу подсказку дам такую? Давай. В каком положении я нахожусь? Меня наказали, я в школе стою. За плохое поведение. Поставили в угол. Я так понял, ты вообще лютейший имбун? Блять. Боже, ну чё за дебил?